На прошлой неделе мы показывали материал о том, что в редакцию нашего телеканала обратилась телезрительница Виктория Кох, возмущенная системой передач пациентам ковидного госпиталя на Якутской. По ее словам, тумбочка, установленная на улице, это просто издевательство над людьми. Этот вопрос прокомментировали в Минздраве. Хочу обратить ваше внимание, что инфекционный госпиталь на Якутской – это перепрофилированное медицинское учреждение, которая строилась совсем не как инфекционный госпиталь, поэтому там отсутствует возможность организации комнаты для приема передач по, скажем так, архитектурным решениям, которые были приняты для строительства школы, интерната. Поэтому для того, чтобы удовлетворить определенную потребность у родственников, госпитализированных на Якутской, было принято такое решение о выделении такого определенного места, куда можно складывать продукты. Но Виктория этот ответ считает просто отговоркой. На ее взгляд, проблему можно и нужно решать, и сделать это несложно. Это неудобно, это непрактично, и это, в конце концов, не гигиенично. Там рядом ходит свора собак. Я говорила еще о том, что у нас там вечером вообще не горит ни один фонарь. Там небезопасно ходить, согласитесь со мной. И, во-вторых, у них два приемных покоя. Один идет со стороны Магнона, потому что там забор. Второй идет со стороны магазина «Трех поросят». Простите, но для передачки много не надо. Хотя бы 1,5 метра на метр. И этого достаточно будет. Этого будет достаточно, чтобы человек, который непосредственно носит эти передатчики на этаж, сидел в назначенное время там, окошечко открыли, написали, все, спасибо, взял, поставил, все, потом взял, это все унес.